Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня получил долгожданную посылку из Китая. Давно хотел приобрести себе эту вещь, и наконец-то я себе ее приобрел. Заслуживает достойного внимания, поэтому я хочу показать это на видео, что я заказал. Давно хотел, и я ее уже получил. Доставка очень быстрая была, в течение 10 дней посылка прибыла в нашу страну. И что здесь мы видим? Это позже рассмотрим. Это рассмотрим тоже. Пришла мне вот такая шлеф-машинка. Комплект обошелся мне около $20. Посмотрим ее, попробуем. Хорошо все упаковано в хорошую крепкую картонную коробку. Набор фрез с насадками из наждачки. Можно и самому их делать на двухсторонний скотч. Подставка под ручку. На таком растягивающемся шнуре сделана сама ручка. Кнопка включения-выключения. Шлеф-машинка с реверсом. Тоже включить-выключить. И регулировка оборотов. Сейчас все распакуем, подключим и проверим на работоспособность. Это все тоже было в комплекте в одном. Набор дополнительных фрез. Разные наконечники. Будет удобно подлезть, что-то подшлифовать, подпилить. Отдельно упаковано в пупырчатый пакет. И множество насадочек из наждачной бумаги. Ну, при необходимости можно сделать их самому с более мелкой наждачной бумаги. И приклеить уже можно, сами придумаете. Можно на двухсторонний скотч, можно на клей. Это будет расходный материал. Сейчас подключим и испытаем. Подключил к питанию блок. Ручка к блоку подключается через такое соединение. Включаем. Видите, не работает. Включаем питание. Загорается светодиод. И включение, переключение реверса. Включили реверс. Все прекрасно заработало. Достанем одну из фрез. Заодно посмотрим, как она будет работать на пластике. Фреза вставляется просто, очень плотно входит. Ничем не зажимается, но при этом все прекрасно работает. Возьмем, подготовим модель. У меня рабочая модель, на которой можно все испытывать. Попробуем добавить оборотов. Ну,
уменьшим. Как видите, идеально подходит для обработки пластика. Чем примечательно, что можно регулировать обороты. Вот, друзья, такая вещь мне пришла. Ссылочка будет в описании под видео. Если заинтересуетесь, если помогло вам мое видео в выборе данной шлифовальной установки, я буду очень рад. На этом буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким, друзья.